несколько дней назад стартовала осенняя призывная кампания. Этой осенью служить в армию отправятся 70 заинских парней. В военном комиссариате 15 октября прошла первая призывная комиссия под председательством главы Заинского муниципального района Разифа Каримова. На комиссию были приглашены 22 призывника. Многие из них отправятся служить в армию уже в первую отправку 22 октября. Председатель призывной комиссии лично провел беседу с каждым и пожелал успешного внесения военной службы. Желаю удачи, хорошо служить и вернуться живым, здоровым. Заинские призывники будут нести военную службу в сухопутных войсках и военно-морском флоте. Те, кто пойдет в армию, с первой отправкой попадают в Нацгвардию и сухопутные войска. Всего в этот осенний призыв из Заинского района запланировано около 10 отправок. Последняя намечена на 17 декабря. Уже сейчас 4 заинца вместо года срочной службы выбрали двухлетнюю оплачиваемую службу по контракту. В основном заинские парни будут служить в Западном военном округе, ракетных и железнодорожных войсках. Как правило, несколько человек отправляются проходить срочную службу в подшефную часть Заинского района, город Знаменск, Астраханской области. В этот призыв сюда отправят 3 человека. Елена Маврина, Юлия Ершова. Новости Татарстана.